вон петух вишнёвый, то есть кусок от петуха. Вот, вот, вторая его часть. Вот можно я дам комментарий? Блин, торжествуешь я на мысли. Понял. Но он не даст цепи слететь, во всяком случае, точно. Сколько мы, конечно, по всяким говнам навернули, но вот ради таких пейзажей оно того стоит. Чай без сахара хорошо утоляет жажду. Сахар пить никогда. А хлеб с сахаром. Давай погодь, знаешь, как...